Анонс и точная дата выхода 9 серии нового турецкого сериала «Мария и Мустафа». 9 серия сериала выйдет в эфир 1 ноября. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как отец Мустафы закрыл дверь в комнате, чтобы Мария не смогла выйти из нее, а сам стал звонить своему сыну. Мария в панике из-за того, что ее держат в закрытой комнате, и она не может покинуть дом и даже позвонить своему возлюбленному Мустафе. Она начинает все крушить в комнате и требовать, чтобы ее выпустили. Но мужчина никак не реагирует на ее слова. Девушка не понимает, что от нее хотят, и спрашивает у отца Мустафы, неужели он собирается ее убить. Она надеется на то, что Мустафа скоро придет и спасет ее. Гонжа сказала Марии о том, что их судьбы очень похожи, только она ей не позволит пережить то же самое, что пришлось ей, и спасает Марию. Марии необходимо уехать в свою страну, чтобы она смогла спокойно родить ребенка, и никто не причинил ей вреда. Только на родине она может чувствовать себя в полной безопасности. Гонжа обещает Марии, что с Мустафой все будет в порядке, и она не должна за него переживать. Когда наступила ночь, то Марии удалось выбраться из комнаты. Она нашла телефон и отправила Мустафе смс-сообщение, в котором рассказала, что с ней случилось. Она просит Мустафу прийти как можно скорее и вытащить ее из этого ада. Напомним, 9 серия сериала выйдет в эфир 1 ноября. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.